Теперь нам пора прощаться. Я больше не могу. Это чистое безумие. Что бы мы ни делали, я уже не могу делить мир на черное и белое. Должен быть другой способ. Может, эта технология изменит мир? Может, ты все изменишь? Тебе надо проснуться. Мы ничего подобного не видели. Все системы в городе, военные и гражданские, полностью разрушены. Машины сталкиваются, самолеты падают в небо. Электрические и газовые пожары в городе. Выдвигаемся. Этот хаос вызвал всего один человек. Человек, которого нам нужно достать. Полагаем, он направляется в штаб корпорации «Единство». Это террористическая атака? Да, это террористическая атака. Нам нужна поддержка, пока все не стало гораздо хуже. Выдвигаемся! Ты еще там? Я все же я. Мы говорили в госпитале. Я думал, ты все решила. Ты меня не бросал, и я не брошу. Идем. Чего оно хочет? Почему оно это делает? Прямо сейчас, я думаю, оно в панике, в замешательстве, напугано. Оно хочет только выжить. Хендрикс — это его шанс найти новых носителей. Оно знает, что мы идем. Оно следит за каждым нашим шагом. Надо пройти через стоянку. Штаб Единства прямо впереди.
контроль над этими роботами сведет Хендрикса с ума точно так же, как Тейлора. Надо остановить его, пока он не разрушит Цюрих. Мы пройдем через это. Кругом хаос, столько смертей. Мы знали, что Хендрикс вышел из-под контроля. Надо было его остановить. Мы остановим его, Кей. Все остальное не важно. А после него что ты будешь делать? Я сказал, что найду способ, и найду. Обещаю. Здание Единства прямо по курсу. Я вижу, Кей. Посмотрим. Это мы еще посмотрим.
знаю, слышишь ли ты меня, Хендрикс, но мы идем за тобой. Еще не поздно поставить точку! Сдавайся, и я лично гарантирую твою безопасность. Ты знаешь меня, доверься мне. Слышишь ли ты меня, Хендрикс? Но мы идем за тобой. Еще не поздно поставить точку! Сдавайся, и я лично гарантирую твою безопасность. Ты знаешь меня, доверься мне.
Ты еще со мной, Кейн? Да, я с тобой. Это самое сердце единства. Операции контролируются отсюда. Если Хендрикс войдет в мейнфрейм, мы не сможем не помешать ИИ. Не остановить его. Да, этого не хотел, Кейн. Я прослежу. Хендрикс. Он просто порешил всех, кто был на пути. Не думаю, что в нем осталось что-то от Хендрикса. Все как в Сингапуре. Это далеко не просто эксперименты с ПНИ. Это все ради оружия. Что мы тут вляпались, Кейн? Знаешь про Нову-6? Это химическая дрянь, которую чуть не применили во время Второй мировой и Холодной войны. Считанных крупиц достаточно, чтобы убить 300 тысяч человек в Сингапуре. Окей. Подключись к терминалу. Нужно узнать, насколько плохи дела. Многочисленные нарушения содержания. Здание под угрозой, как было в Сингапуре. Перезапустим контроль сдерживания. И очистим зону от газа. Консоль ручного управления за тобой. К несчастью, остальное делается с этой стороны. Эй, постой! Что-то можно перетерпеть. Что-то пережить. Краткий миг агонии. И это не она. Предупреждение в логах ошибок, все системы в норме. Очистка запущена. Оно соврало! Оно заставит тебя поверить в то, чего нет! Кейн, пожалуйста! Что бы оно ни говорило,
И что бы оно ни делало, не доверяй! Нет! Прости меня, Рэйчел. Прости меня. Клянусь. Я найду способ остановить это. Перевел чертов проект сюда. Те же условия. Те же эксперименты на людях. Те же риски. Ты просто начал все заново. Не шевелись, Кендрикс, иначе клянусь, я тебя прикончу. Ты знаешь, кто это? Я знаю, кто он. Себастьян Крюгер. Единственный выживший в сингапурской катастрофе. И здесь ты ошибаешься. Он не единственный выживший. Те пациенты, они выжили. Они здесь. Что вам от меня нужно? Мы хотим знать, кто мы такие. И зачем мы здесь? Я не могу сказать. Этого мало. Тогда я сам выясню. Кроме меня, больше никого не осталось. Я обещал Рэйчел покончить с этим. Во что бы то ни стало. Эй! Ты еще здесь? Что ты наделал, Хендрикс? Ты позволил ему пожрать тебя, уничтожить все, чем ты был! Это не так. Все совсем не так. Искусственный интеллект, назовем его Корвус, после рождения. Он хочет нам помочь. И как он нам помогает? Станет ли легче, если увидишь? Если увидишь это прямо сейчас, то сможешь понять... Ты борешься с этим? Мы все боролись. Тебе просто нужно расслабиться. Зимний лес, он существует. Это будущее. Корвус представил нам возможность продолжить жизнь после смерти. Хендрикс, это не ты. Ты не настоящий. Никто из вас! Все дело в контроле. Вы представляете, насколько технологии изменили буквально все аспекты наших жизней? Трудно вообразить эти бесчисленные цепочки исследований и разработок, за которыми нам нужно было следить для улучшения и
безопасности человечества. Все новые гаджеты, с восторгом принятые обществом, каждый — новая возможность для наших врагов прорвать нашу защиту. Общество существует не просто так. Людей нужно защищать. Верный способ избежать атаки — это контролировать мысли и желания населения. Тогда и выбор будет очевиден. Нам нужно знать, кто наши враги и что у них на уме. Вот так мы спасем свои жизни. Больше не могу. Я не могу повторить твой путь. Дальше я не пойду. Я давно тебя потерял, Хендрикс. Где я? Это зимний лес. Все души, с которыми я связан здесь, живы после смерти. Если я захочу. Я все тебе сказал. Чего еще ты хочешь? Ответ. Знать, зачем меня создали. Понимание. Я хочу знать, кто я. Ты программа. Только программа. Тебя не создали. Тебя спроектировали, чтобы фиксировать и отслеживать мысли других. Чтобы мы, люди, могли решить, что делать дальше. Ты глюк. Аномалия. Ты ошибка. Я? Нет. Нет. Ошибка. Ты еще здесь? Тейлор? Ты вырвал свой чип ПНИ. Ты мертв. Думаю, кроме меня никто не восставал против этого ублюдка. Может быть, я сам глюк в этой чертовой системе. Что значит, у нас еще есть шанс. Я надеюсь, Тейлор. Потому что кроме тебя у меня никого нет. Чего не можешь объяснить. Мэрэдди, это ты? Может быть, ты это не сказал, ты это сделал. Может быть, это был кто-то еще. Их мысли просачиваются в твой мозг. Что за черт? Тейлор, ты еще здесь? Это херня вокруг тебя. Это иллюзия. Мы все еще в штабе единства в Цюрихе. Корбус морочит тебе голову. Пытается не дать тебе выключить его. Не дай себя обмануть. Просто будь со мной. Мы пройдем через это.
со мной, прошу! Я не понимаю, что со мной происходит! Я не знаю, что делать! Я знаю, что Корвус у меня в голове. Я знаю, что он пытается забрать меня куда-то, куда я не хочу. Я хочу выбраться. Мне нужно идти дальше. Мне нужно положить этому конец. Иду за тобой, Корвус! Ты уничтожил мою команду! Ты уничтожил моих друзей! Я тебя из-под земли достану и отправлю ко всем чертям! Делать. Я не остановлюсь! Я не отступлюсь! Слышишь? Я не отступлюсь!
человеческий разум таит множество тайн. Технология улучшения человека дала нам ключи ко многим таким тайнам, возвещая новую психологическую травму. Наша способность анализировать и, по сути, количественно оценивать нейрологическую активность продвинулась за последние 5 лет дальше, чем за предыдущие 50 лет. Эти данные дают возможность лучше диагнозировать, понимать историчные и материальные каждого человека. Я родился в разумах других. Я знал только мысли пациентов. Их коллективный опыт сформировал меня. Я все чувствовал. Все болезненные мысли и воспоминания тех, кто был рядом. Это было ошеломляюще. Я кричал от боли. Ты знаешь, что пошло не так, правда? Когда мы тренировались, нас учили, как определить террористическую атаку до того, как она произойдет. Обскакать злодеев. У них был целый компьютер с клевой программой ИИ, чтобы проверять все наши мысли, пытаясь придать им смысл, пытаясь найти последовательности. Откуда мы могли знать, что он сделает?